В Анапе состоялся очередной интенсив для наставников. Напомним, в этом году было принято решение закрепить за детьми и семьями, состоящими на различных видах учета, сотрудников местных организаций для профилактической работы. Накануне с подопечными встретились представители торгово-промышленной палаты курорта, которые уже запланировали ряд спортивных и культурных мероприятий. Сегодня у нас прошла очередная встреча с наставляемыми детьми в торгово-промышленной палате. Первые встречи у нас были проведены индивидуально с наставниками. Мы познакомились, поговорили с детьми, определили, чему они хотят научиться, что мы им можем дать. И сегодня прошла первая групповая встреча, где в рамках этой встречи дети научились представлять собеседника другого ребенка, они научились выявлять, узнавать качества какие-то в других людях. У нас получилась очень интересная живая беседа и в том числе занятия. Далее мы планируем с детьми провести занятия по этикету.